Только что закончила программу ретрита, выполнила сегодня утром все доступные программы. И, конечно, состояние еще немножко такое полета, очень приятное, расслабленное и в то же время очень собранное, упакованное в такую очень плотную коробочку. И сегодня я была искренне поражена, как можно было всего лишь взять 15 асан и 3 дня держать внимание группы и так разнообразно преподнести это все. Для меня это был настоящий мастер-класс. Я точно так же наблюдала за своим состоянием. Это было очень здорово. После динамики такая бурная энергия в теле, залезла, кажется, в такие места, в которые давно не залезала. Все, что нужно, потянула, все, что нужно, проработала. Очень приятная статика, когда ты расслабляешься и просто отдаешься в этих асанах, такому состоянию очень приятному. Очень хорошее расслабление между программами и, конечно же, ну, действительно мастер-класс, потому что в этих программах было все, и динамический вход в асаны, и смена дыхания, и в каких-то асанах парадоксальное дыхание. Все это было заметно, насколько мастерски и здорово сделано все. Впрочем, как и всегда, да, что, Денис, огромное спасибо. Прямо утро сегодня состоялось, было здорово. Еще хочу в течение дня за собой понаблюдать, но в целом прямо вот то, что нужно. Спасибо огромное.